лучи, да? Гиб, стэбэк, треугольник. Это, в принципе, базовые элементы, которые вы будете ходить, да? То есть это основа. Основа всего. Потом накладывать свои, да? Смотрите, у нас теперь будет новое движение, называется хилтон. Мы сделаем один, ну, другую сторону и закрытую сторону, другую. Смотрите, у вас как идет. Позицию мы убираем, в принципе. Вы поднимаете ножку правую, высоко, да, вся тело в колено. Делаете хоп, перескок. У вас идет все тело на левой пяточке. Жих, вы сделали. Также поднимаете левую, высоко. Вы должны смотреть вот так. Вы должны ее, ну, да, джок. Да, ножку, оп, ну. Также здесь. Жих, бу-бу, жих, бу-бу, жих. То есть, когда вы приземлились, смотрите, вы сделали уже, учились. Бум. Как только я тронул справа, сразу делаю бум, перескок. Шаг, перескок. Шаг, бум, и бах, и бах, и бах, и бах. Да, вот видите, ноги поднимаются. Смотрите, мы сделали по два раза. Семь, метр восемь. Раз, и два, и три. Смотрите. Бум, буши. Да, не делайте перескок. Буши. Назад. Уже у нас левая поднимается. Жик. Бум. Начинаем делать в обратную сторону. Закручивается. Дальше поднимаете ножку. Шаг. Закручивается. А мы с вами делаем так, да? Мы будем смелее сначала. Семь. Готовы. Восемь. Раз. И. Два. И. Три. И. Четыре. И. Пять. И. Шесть. И. Семь. И. Восемь. Да? Завершайте настройки, просто полуплетно это сделали. Бум-бум-чик. Да, не спрыгнули. Расслабились. Тело должно быть расслаблено. Да? Расслабляйтесь. Семь, готов, восемь. Еще чуть-чуть поправлю, продолжим. Семь, готов, восемь. И. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь. Окей, попробуйте под музычку. Чуть быстрее, потом под музычку. Семь, готовы, восемь, и раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и так. Попробуем под музыку. Да, и с вами говорили, что есть. Просто танцуйте, да? Все элементы, которые вы знаете. Так, готово, сначала. Окей, готово.